Странная штука, странная наша жизнь. Вот масочка. Сейчас расскажу, к чему и зачем. Приветствую всех. С вами Маркела Борис. Вы на моем канале. Возможно, вы это видео будете смотреть в ТикТоке, не знаю. Вчера рассказывал вот про такую маску. Ну, вы знаете, что в России масочный режим. И сейчас мы в этой маске, попытаемся походить по тем магазинам, которые у нас есть в округе. Ну, заодно сейчас посмотрим, как будут на это смотреть другие люди. Ну, ладно, следим. Видео будет длинное, а возможно короткое, не знаю, как получится. Пока тишина. Нас уже испугали. О, господи. Так, идем дальше. В масках, говорят, ходить надо. Ходим в масках. Зашли в магазин. Пока все отлично. Так. Что возьмем? Возьмем вот это. Магазин Магнит. Все отлично. Все хорошо. Привет еще раз всем. В предыдущем видео я показывал, как сходил в магазин вот в таком виде. В принципе, никто не испугался, даже вопросов не задали. Купил я, как и положено, лимонадик и сигарет. Ну, то, что мне нужно было, то и купил. В принципе, я думаю, в этом магазине я смог бы купить все и без маски. Так как люди понимают, что все дошло до такой степени идиотизма, который вот творится. Ну, ребят, нельзя так. То есть, вот это тоже считается маска. Она тоже можно считать медицинская, она из марли. И почему бы нет? Ну, по крайней мере, походил, людей повеселил. Так что одевайте маски зайцев, кроликов, мишек, что у вас там дома есть. И спокойно ходите в магазин. Всем привет!